Друзья, всем привет! Наконец-то пришла посылка с Китая. Это пришла аппаратура FlySky на мой квадрокоптер, который я собираю. Дошла она за 21 день, хотя продавец обещает доставку в 20 дней, но я ему написал, он говорит, это доставка только, если вы заказываете аппаратуру с Москвы. Очень удобно, два склада, один в Китае, один в Москве, но разница в чем, почему я заказал с Китая? Разные комплектации, то есть на момент заказа не было такой комплектации в Москве. Ну ничего, дошла быстро. Ждем еще телеметрию и батарейку, зарядка, и все, и можно будет летать. Позже закажем подвес. Также еще пришли там для FPV некоторые детальки, но о них мы поговорим позже, потому как в этом видео будет только аппаратура, потому что видео снимаю еще и по заказу продавца. Так. Кстати, сразу плюс за упаковку, потому что в такой упаковке мне приходил краулер. Ребенку заказывал на радиоуправление машинку, и она приходила в такой же упаковке в целости и сохранности. На краулер обошлась эта упаковка, даже дешевле фирменной. Открываем, смотрим, что здесь у нас. Сразу лежит, видим аппаратуру. Должна быть только аппаратура и приемник, все, больше ничего. Аппаратура. Вот такая. Это моя первая аппаратура, поэтому как бы, вот смотрите, ну удобная аппаратурка. Анодированный алюминий на стиках, он уже откручивается. Также здесь тумблера 4, две крутилочки, антенна, подвес для шнурка, кнопки меню, кнопка включения, кнопка бинда с приемником. В принципе, и все, ну стандартно. Здесь выход для подключения, если не ошибаюсь, для монитора. Аппаратура питается 4 пальчиковыми аккумуляторами, либо батарейками. Мы будем покупать аккумуляторы, чтобы потом можно было заряжать их. Вот такая аппаратурка. Инструкция для аппаратуры. Инструкция у нас, сейчас развернем, ну, все на китайском. Все на китайском, с этой стороны на английском. Разберемся, ладно, много здесь мануалов в ютубе. И сам приемник. Приемник не в антистатическом пакете, может быть и не надо, приемник вот такой. Это приемник FS-IA6B, я такой заказывал, там два вида, для того, чтобы питать по одному проводу на управление. Но, в принципе, можете посмотреть у Алекса Гайвера, я, в принципе, по его инструкции собираю квадрокоптер, поэтому такой заказал. Ну и джампер для бинда с аппаратурой. Все, больше ничего нет в данной посылочке, вот так я ее заказывал. Сейчас будем ее настраивать, подключать и проверять на работоспособность. И все это я вам покажу. Погнали к компьютеру. Итак, ребятки, смотрите, подключил я, значит, аппаратуру к квадрокоптеру. Все это сейчас делаю для того, чтобы показать, что все рабочее от данного продавца. Реально все хорошо работает. Смотрите, включаем аппаратуру. Сразу лампочка. Ага, все, я тебя понял, друг. Включаем аппаратуру. Включаем аппаратуру. Ага. Видите, какая тема? Защита стоит на все. То есть, смотрите, сразу покажу вам. Подключил трехпозиционный переключатель, подключил первый переключатель, чтобы под палец был удобный. В принципе, все, настроил. Здесь три положения, и здесь будет настраиваться под возврат домой. Если какой-то переключатель находится во включенном режиме, ну не считая первый, да, не считая первого положения. То есть, либо вот этот, мы включаем аппаратуру, и нас предупреждает, что у нас что-то включено. То есть, выключите аппаратуру и найдите, что вам мешает, смотрите. Либо стик газа. Оп, все, нормально, все работает. Теперь смотрите на монитор ноутбука. Если я сейчас двигаю стик газа, вот он работает. То есть, стик газа работает, лево-право тоже работает. Этот стик тангажа тоже по всем направлениям работает. Трехпозиционный переключатель. Так, сейчас я поверну чуть-чуть вот так. Выключил вспышку, потому что она отражается от монитора. Так, я думаю, так будет лучше видно, да? То есть, двигая стик газа, вы видите, что там все работает. Стика газа, вот эти показатели, да? Вот, все работает. Стик тангажа тоже работает. Трехпозиционный переключатель. Самый верхний канал, вот он, пятый. Смотрите. Оп, оп. И еще один канал, шестой, тоже все переключается. Все работает. То есть, в принципе, мы можем на пятый, шестой канал посадить любой переключатель, но я считаю, что мне нужен трехпозиционный, в принципе, как у всех. И вот этот под возврат домой. Так что, ребятки, советую вам данного продавца. Ссылочку на него я оставлю в описании. Там много хорошей аппаратуры для коптеров, для самолетов, для машинок, в общем, магазин по радиоуправляемым моделям. Приходите, заказывайте не только FlySky и много другой аппаратуры. С вами был канал Man's Channels. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Кстати, в следующем видео я вам расскажу о одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы APM 2.8. У многих не работает GPS. У меня 3D-фиксация идет в квартире. То есть хорошо ловит спутники. Только сказал, компас барахлит, я его еще не калибровал. В принципе, ловит хорошо у меня GPS, поэтому есть один нюансик, с которым многие сталкиваются. На YouTube я не нашел решения данной проблемы, только вопросы, только видео с проблемой и просят помочь. И я сейчас постараюсь в следующем видео вам рассказать и помочь, как с ней бороться.